Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 26 из раздела «Повторение». Можно ли сравнить эти длины, не видя закрытых цифр? Можно. В случае 5 сантиметров меньше, чем какое-то неизвестное число в дециметрах и сантиметрах. Можно смело сказать, что 5 сантиметров будет меньше, сколько бы дециметров ни стояло под закрытой карточкой. 1 дециметр, 2 или 3. В любом случае 5 сантиметров будет меньше. Пример, где 4 дециметра, 2 сантиметра и 8 дециметров, неизвестно сколько сантиметров. В любом случае вот величина слева будет меньше, чем величина справа, так как 4 дециметра в любом случае уже меньше 8 дециметров, сколько бы сантиметров ни стояло под закрытой карточкой. 1 или 2 или 3 или в любом случае 4 дециметра уже меньше, чем 8 дециметров. То же самое можно сказать вот в третьем случае. Это может быть 1 дециметр 9 сантиметров. Он уже больше, чем 1 дециметр 3 сантиметра. Не говоря уже о другой цифре, которая спряталась под данной звездочкой. 2 дециметра или 3 или 4 дециметра в любом случае будет больше, чем 1 дециметр 3 сантиметра. И только один пример из четырех можно исключить. Это второй пример, где 9 дециметров слева и 9 дециметров справа. Вот здесь, если поставим мы число 2 сантиметра, то будет равенство. Если поставим 1 сантиметр, то величина слева будет меньше, а величина справа больше. Если же мы слева поставим 3 сантиметра, то уже величина автоматически становится больше, чем 9 дециметров 2 сантиметра. Поэтому в данном случае мы не можем сравнить эти две величины, не видя закрытых цифр, так как там может быть и большее число, и меньшее. Возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.